Не смейте мне навязывать кредиты, они мне совершенно ни к чему. Другое дело были бжинка, диты, имущество какое-то в дому. Чтоб множилось и крепло господарство, чтоб стал я крепким тружеником, но мне в письмах банка видится коварство, за цифрами читается оно. Банкиры-то вчерашние студенты, какие мысли в их тупых мозгах? Мол, с папика начнем тянуть проценты и скоренько обогатимся, ах! Смеясь над их уверенностью детской, я им напомню хитрым шепотком, что я родился в области Донецкой и, стало быть, отнюдь не дураком. У нас ведь сплошь шахтеры, металлурги, отпрацевали смену, наливай! Нам не указ какие-то придурки, которым вечно денег подавай. Мы как бы запорожцы индустрии, не нажили мы сундуков с добром, и в банках Украины и России у нас на книжках покати шаром. Освободились мы от этой ноши, и веселы, и хороши собой, и если уж мы зарабляем гроши, то сразу их пущаем на пробой. За банковских мы выпьем управленцев, мечтали эти сукины сыны сбить с толку нас, донецких уроженцев, и прочее казачество страны. Им до казачьего менталитету не дорасти, пусть в хате ни куска, жены нема, детишек тоже нету, но радуется сердце казака.